Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и сегодня у нас на экранах Jurassic Survival. Сегодня я хотел бы поохотиться на больших дино. Для чего это надо? Для того, чтобы создать и сделать трофеи. Трофеи, в общем-то, будут нам давать различные бонусы в игре. Допустим, мы можем собрать скелет мегалозавра, или же мы можем собрать скелет барионикса, и после этого у нас, в общем-то, будут различные бонусы в игре. Давайте сейчас отправимся на одного дино. Если вам понравится, в общем-то, как я убью одно дино, то давайте наберем 2000 лайков, и в следующем ролике я пойду на другого. У нас есть охота на мегалозавра, 3 из 10 лет, и охота на барионикса. Давайте попробуем сходить к бариониксу. Я, в общем-то, здесь что мог, намутил. Взял с собой Скорелли и П-90. Я думаю, что при помощи таких пушек у нас все получится. У этих, в общем-то, диников есть специальные способности. С ними нам нужно будет как-то все это дело аккуратно делать. Ну что, мы сейчас также возьмем пока ягоды. Насобираем кучу ягод. Вдруг нам не хватит регена. Ягод потом я же не смогу собирать, правильно? Правильно. Ну, я думаю, что эта локация будет очень крутая в плане лутинга. Может быть, здесь еще и можно будет под шумок лутать? Нифига себе. Можно к ним приходить на охоту и просто лутать различные шмотки. Забираем, что у вас тут есть. И как я и говорил, вы видели, как найти вот эту штуку, чтобы охотиться, вы тоже знаете. Смотрите, барионикс, 4000 хп. Вы что, упали? А как я его должен херачить? А что он какой-то огромный? Ребята, он сверхогромный. Я в шоке просто. Он еще и что-то кричит там. Барионикс, твою мать. Здорово, братан. Ну ты что-то сверхогромный. Ну что, поехали? Поехали. О, сейчас посмотрим, на что ты способен. Барионикс. Уже 1000 хп у него отлетело. А может быть, мы сможем и второго завалить? Я думал, все будет гораздо тяжелее. Эй, какие тут саблезубычи-то еще? Берем еще такую пушку. Слушай, ну с пушками вы можете сказать, все могут. Берем молоточек. Бавай с молоточка. Этот пись обладает регенерацией. Так, а также мы можем покушать всякие такие штучки. Давайте ананасиков навернем. Ага, он по 20 регенит. Ничего себе. Нужно было... О, конечно же. Как без тебя-то, братан? Братан, как без тебя-то? Я не мог без тебя никак. Ох ты ж, ё-моё, со своими регенчиками тут пришли. Нет, это очень лютый барионикс на самом деле. Регенится он потихо. А сейчас регенится? Нет, реген у него, слава богу, закончился. Фух, я не знаю, смогу ли я пойти сразу же против него, но я думаю, нет, я на следующей серии подготовлюсь на другого, потому что этот всю броню уже раздолбенил мне, а 500 хп еще осталось. Возможно, может все произойти очень плохо. 389, молоточек кончился, давай вот эту. Ну, конечно же, как без тебя-то, саблезубыч. 300, 200, ох ты ж, ё-моё. Отлеталого лютая, конечно. Мне нужно будет эти еще поделать. Ух ты ж, ё. Какой же ты сумасшедший. Офигеть, я его победил. Он мне всю нахрен сломал броню. Эй, подожди, пока там собиратель. И у него всего лишь мне дало две кости? Что? Всего лишь две кости? Вы серьезно? Сейчас я здесь полутаю, посмотрим, во-первых, что за ящики есть. 33-й левел обязательно возьмем. Но это, конечно, очень мощный диник. Я бы даже сказал, в хлам мощный. Возьмем вот эти всякие штучки. Так, это воду мы пустую сделаем, опустошим. Сейчас мне посмотрим, что нам. Мне надо листочки и мне надо вот эти пальмы, чтобы выращивать. Поехали, все набираем. И сейчас мы и возьмем 33 левел. Ребята, а теперь я хотел с вами поговорить о одной интересной информации, которую разрабы написали. Ух ты ж. Зачем я... О, надеть, надеть, надеть.
забрать. Информация такая, что готовится новое событие. Я прочитал в группе у них в ВК. Новое событие, скорее всего, мы будем проникать на какие-то базы для рейдеров или еще что-то. Там очень своеобразная картинка интересная. На картинке изображены ворота. И причем ворота... Как это назвать-то? Ворота из колючки, из колючей проволоки. И дело в том, что... Там будут стоять люди и охранять ворота металлические вот эти. И, скорее всего, вот эти ворота будут под напряжением. То есть мы, возможно, будем нападать на какие-то... Мы будем нападать на какую-то базу. И это просто будут... Ну, и вот там изображены это наброски, новые локации. Это новое событие будет. Интересно, типа новое событие какая-то база? Я вот это вот на самом деле не до конца понял. Как мы будем, как это все будет выглядеть? Я на самом деле... Не очень-то понимаю. Растительное волокно нам надо еще взять побольше. А что нам, что мы можем выкинуть? Мы можем выкинуть, что мы можем выкинуть? Бутылки тогда, что ли, давай пока выкинем. И возьмем еще растительных волокон. Нам нужны растительные волокна. Причем чем больше, тем лучше. Сейчас дозалутаем все. Манго возьмем. А у тебя что, кирка есть? Я думал, ты там киркой уже собрался все брать. Вот эти штуки, саженцы, ананас обязательно возьмем. Мы сейчас на базе... О, тихо. А я что-то подзабыл. Раз у нас... Так, велоцираптор, здравствуйте. Я здесь в итоге левел неплохо взял. Этого добра у меня на базе немало. Вот эту сумку я забыл лутануть. Сейчас заценим, что у нас здесь. А у нас здесь, так, еда... Болтики, шмолтики, оружие, конечно же, мы возьмем. За место, наверное, дерево. Болты нам нужно обязательно брать. Возьмем, хотел сказать, за место кости. Давайте за место мяса тогда и возьмем. Побежали, еще посмотрим. Два оружия осталось и кукри. Кукри оставим на следующего вот этого мини-босса. Посмотрим, что тот. Если этот у нас босс, он имеет 4000 хп, и при этом у него есть регенерация. Ну, напишите в комментарии, ребята, кто уже прошел следующего Дина. Напишите, чего стоит ожидать от следующего Диника. На что он будет способен, так сказать. Сейчас мы здесь все волокна дозабираем и на базе немножко посажаем. Ну что? Давайте сейчас наши кости закинем на базе. Ну, этот, конечно, фармить просто, я думаю, что нереально. Нереально много. Побежали в дом. Посмотрим, что у нас тут есть. Закинем. Отлично, входим. Сейчас пойдем сразу к нашим статуям. Глянем, что у нас там есть. В инкубатор давайте сразу закинем вот эти штучки. А далее я эти провода не брал, вот эти тоже тяжеловато выбивать. Идем дальше. Смотрим, сюда мы можем кость? Нет, это от того Диника. И всего лишь две кости, это сколько надо выбивать? Ой-ой-ой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять. Хо-хо-хо, по-моему, их убивать придется вообще практически бесконечно. Смотрим, что у нас с ананасиками. Закидываем. Здесь что у нас? Берем это, закидываем. Материал сюда. Топливо можем, палочки? Конечно, можем. Нормально все. И можно сделать еще чуть-чуть бинтов на следующую вылазку. Но также нам надо еще броню скрафтить будет. Я уже в следующем ролике, конечно же, подготовлюсь. Сейчас вот истрачу все на бинты. Деваться некуда нам. Но ничего страшного. Ну что, ребят, с вами был Лего. Вы посмотрели на такого вот опасного мини-босса Дина. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Если вы хотите, чтобы Джурасик выходил все больше и больше, то, я думаю, вы знаете, что нужно делать. А мне пора с вами прощаться. Всем пока-пока.